Здравствуйте, вы смотрите канал Максимадзе, и это моды на игру, когда соседы, которые присылают подписчики или просто гости канала. Надеюсь, вам понравилось новогоднее оформление на моем канале. Пришло уже время новогоднего настроения включать, так что включаю музыку. И это мод, это уже третий мод на «Как достать соседа», вторую часть. И это обновление первого из таких модов. Давненько снимали мы ремейк от Игоря Че. Там было, по-моему, 2 или 3 уровня. И надеюсь, я ничего тут не забыл. Хотя запросто могу это что-то тут забыть. На борту, для того, чтобы соседу убежать от мучающих пакостей, он закупил билет на большой кругосветный круиз. Его начало пути будет сразу же не таким. Наш герой решил купить те же места и отправиться вместе со своей группой. Научат нас тут играть, бла-бла-бла и все такое. Ну, портрет мамаши есть. Я все тут забыл, сразу говорю. Ого. То, что Ольга отсюда выходит, это прикольно. Ладно, нормально, с луком все. А где наш Пуди? А, он тоже заходит здесь. Прикольно, прикольно. Хорошо сделано, хорошо, мне нравится. 3 пакости всего. Так, здесь немного изменен текст. В отличие от оригинала, как вы уже заметили, наверное. Игорь Че вообще присылал 3 мода, и он очень надеется, что все 3 мода будут в одном выпуске. Нет, этого не будет. Времени не хватит на все 3 мода. Я даже не уверен, что хватит на 2 мода времени. На 3 точно не хватит, но может и даже на 2 не хватит. Ну, посмотрим, как все получится. Пока мы все видим то же самое. По пакостям я имею в виду. Странно, пилой, конечно, вот это делать. Хотя, может быть, если это пила для металла, то сгодится. Хотя она не выглядит как пила для металла, на самом деле. Ну и пофигу. Якорь нарисован. Вот это хорошо сделали. По рукам даст. По-моему, она полицию ему даст. Так, а ключ-то от чего, я что-то недопонял. А, вот от чего. Там типа замок. Mm.
пакости с лапшой здесь не будет. Ты, конечно, все понял, да. Времени может на два мода не хватить, потому что темнеть уже начинает на улице. Мне хромаки начнет, наверное, работать как попало. Да, не получилось на золото, ну и пофигу. Вернешься в следующем теплоходе. А, да, точно, точно. Так, остановка номер один. Первая страна в этом круизе Китай. Сосед остановился на пляже. Ольгин сынок играет у моря. Для Вуди это не проблема, он тоже устроился в этом месте. Я помню, меня Игорче ругал за то, что я пляжный уровень не разобрался, как правильно пройти. Но я реально не разобрался, как его пройти. Что это за проход? Жалко, мы не узнаем, что там внутри. Прикольно. Так, а ведра-то здесь нет. Ну, потому что я реально не понял, как... Как можно... Что со столом-то делать? А, ну я понял. Никаких подсказок, ничего же этого нет. Так, а вот... А, хлама смотреть надо. Раз пакость, два пакость, три пакость. Чё, интересно, он рассчитывает, что я успею краба достать, что ли, отсюда? Да не успею я его достать. Как я его успею достать-то? Ну я не знаю, как можно успеть-то. Вообще не знаю, как это можно успеть. Так что не надо ругать меня, надо объяснять. И тут, да, и даже когда он в воду заходит, он это делает недолго. Я вроде подпилил. А с водорослями что делать? А, точно, точно забыл. Как можно успеть достать краба? И я могу успеть грабли только сделать наверх. Ну краба-то я как достану? Так, ну по-любому сейчас придется потратить жизнь. Потому что я не знаю, как тут можно по-другому. Игорь, че, не надо меня ругать. Надо объяснять, как это проходить. Ладно, все, заканчиваем этот уровень. Я не знаю, как краба можно достать. Так, путь к Великой Китайской стене. Когда сыну Ольгин надоел пляж, все трое пошли в Великую Китайскую стену. При этом Вуди шел довольно тихо. Может, стоит посмотреть такое отличное место для туристов, хорошо? Алло. А что-то не работает. Ладно, следующий уровень тогда.
кому звучит гонг? Вот пришло время немного побывать на китайском замке, только пришел трогать многое в этом месте. Будет тоже мог брать, куда есть цель. А ладно, хорошо. Ого, тут по другим местам все разложили. Так, миски. Миски — это прикольно. Жаль, что вот здесь вот эти моргают штучки. Ну и ладно, фиг с ними. А, надо же сделать так. Так, а где же хот-дог? А, вот. А где кирпичи? Наверное, с кирпичами ничего делать не надо. А где палка? Наверное, с палкой тоже ничего делать не надо. Ой-ой, бежим отсюда. Так, ну все, все сделал. Остается только смотреть. Не, походу на два мода не хватит. Он темнеет уже на улице. Не получилось раньше снять. Надо было ролик срочно монтировать. Вчера и позавчера не давали мне его монтировать. Сколько время? Время 4 часа всего, а уже темнеет. Что-то музыка тихая какая-то. Кстати, может, я, наверное, что-то не так настроил. По морю. После Великой Стены все вернулись на пляж. Сосед тоже любит плыть на лыжах. Вот тут же решил попробовать это сделать. А как Вуди думает о таких развлечениях? Поехали. Да. О, пила, точно. Ну, нормально лежит. Пила плоская. Куда? Кто знал, что туда нельзя было пойти? Еще одна сложность. Ладно, тут мы успеем отойти. Тут-то мы точно успеем.
А, подпиленную, короче, заменили. Приделали пока эту штуку. Не заменили, а просто приделали ограждение такое минимальное. Так, все, вроде все сделал. А может и второй мод тоже сниму. Надеюсь, он будет недолгий. Может быть. Но это не точно. Так, все, мод пройденный. Немного, ну почти. Если вот этот уровень считать, и вот этот, который не работает. Эти остальные уровни не работают. Пока что. Будем ждать обновления обязательно. Что? Да что вам надо? Вам. Вам направо. Вам налево было сказано русским языком, что эти уровни недоступны в этой версии. Не думайте, что тут есть секрет. Вы тут думаете. О, да тут есть бонус? Да где же, а? А, точно есть, да-да, успокойтесь. Да, я и не думал, что тут есть бонус, я просто думал, что... Я просто пощелкал их и все. Так, ладно, короче, пора оценивать этот мод. Ну, давайте поставим плюсик, почему бы и нет. Но надо объяснить, как проходить второй уровень. Я не совсем понял, как доставать этого краба. Ладно, давайте попробуем записать еще один мод. Поехали. Дорогие друзья, я продолжаю рекламировать канал «Чего хочу, то и ворочу». Пацаны Леха и Витя тут снимают про свои различные приключения и про свою жизнь. Они часто в основном готовят различную еду. Но помимо еды, они снимают и другие интересные видео. Наверное. Сейчас все, наверное. Определенно ничего не знаешь. Ну, я наверное, наверное, с папой, нет. Наверное, на такси, наверное, свинину купить. Я предполагаю. У меня еще, кстати, есть курица цельная. Разделаем, также замаринуем и на решетке, как в тот раз. Крылья сделаем. Конечно же, тут и смешные моменты так, есть. Иногда на канале бывают совместные видео с каналом Максимадзе, то есть со мной, а также с каналом Полное ТВ. Ну и в конце концов, часто он проводит стримы, на котором он общается со зрителями и отвечает на вопросы. Жалко только, что он их не сохраняет. Так что переходите и подписывайтесь на этот канал. Продолжаем. Этот мод тоже от игрече.
Называется Кадасседа Ремастер Портал. Собственно говоря, я второй раз пытаюсь его уже записать. Первый раз Бандикам опять глюкнул и ничего не записалось. Поэтому я уже все знаю, что в этом моде. Даже знаю, как его оценить. Ненавижу, когда с Бандикамом такое происходит. Такое часто с Бандикамом происходит, увы. Здесь всего три уровня. Все три уровня непроходимые. Но давайте я их покажу. Эх. Жалко, что вы не увидите первые эмоции. Скажите Бандикаму этому спасибо. Все глюкнуло. Просто глюкнуло Бандикаму. Все. Такое вот, такое много раз уже было. Короче, это возможно, мне кажется, пройти только с читом на бег. Потому что, смотрите. Вот здесь сосед идет. Вот сюда, на кухню, через эту дверь. Нам надо успеть туда побежать, потом сюда, и мы не успеем удрать. Да сосед выйдет из кухни. Мы пересекемся в коридоре. Даже если начинать, даже если сначала не ходить, а начать с кухни, вернуться все равно не успеешь без бега. Видите, мы пересекаемся в коридоре все равно, и это не пройти. Без бега это не пройдешь. Я пока не... Я так и не научился, кстати, чит на бег ставить. Хорошо. Так, пианино. Кстати, надо было прочитать. Наблюдение сосед сегодня решил посмотреть передачу по телевизоре, идет смотреть за какой-то женщиной бинокль, любопытно. Гуди не любит этот шум, поэтому пробует дать сдачу соседу за такие действия. Если некоторые пакости сделаны, тогда можно выйти из эпизода без пропуска других. А, для пропуска других. Да, но у меня даже это не получилось. Этот уровень тоже нельзя пройти, потому что сосед пойдет вот в эту дверь сначала. Это потому что закрыто. Вот сюда. Потом зайдет сюда. Нам надо тоже зайти в зал. И мы тоже так же пересечемся в коридоре, и мы не пройдем. Тут успеть невозможно. И, короче, ну вообще, когда сюда портал есть такой мод, мы в него играли. В одном выпуске, и там он был гораздо проще. Игорь Чай сделал его еще труднее. Вот, мы тоже пересекаемся в коридоре. Да, куда-то анимация бесконечная. Ну и третий уровень давайте тоже посмотрим. Этот уровень можно было бы пройти, если бы здесь была кровать, в которой можно было спрятаться. Так как здесь нет кровати, так, вот здесь пиво лежит. Сначала я подумал, что этот уровень пройти можно. Но не получилось. Не получилось, потому что предметы вот так разложены, что свет очень часто спускается вниз, так что не успеешь на балкон сбегать. Ну и такие вот, собственно, дела. Если бы там была кровать, тогда можно было бы, наверное, пройти. Наверное, можно было бы. Ну а так, фиг это пройдешь. Ладно, такой вот мод был. Сорян, что так мало записал. Ладно, и давайте оценим. И горячее, прости, но этот мод мне не понравился. Не понравился, потому что не, вообще непонятно, как проходить уровень. Абсолютно непонятно. Это возможно ли вообще, я не пойму. Может быть, этот мод специально сделан так, чтобы запутать игрока, чтобы он долго-долго-долго думал, как пройти... эти уровни.
Ну, если я чего-то не понял, можешь объяснить в комментариях, как правильно проходят все эти уровни. Ну а на сегодня все. С вас Лыкос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.